Всем привет, продолжаем играть ТЛД. Так, значит, что у нас по заданиям? Доставить послание в ханский лагерь. Нам надо опять бежать. Значит, 20 бойцов у меня в отряде. Ну ладно, погнали. Нас гоняем туда в очередной раз. Ну что я могу поделать? Хотят туда письма доставлять. На главную площадь. Надо уровень посмотреть, какой у меня там. Скоро ли будет война? Мне, блин, еще доспехи надо получить. Ну, кстати, колесница. Типа колесница, да? На самом деле, какая-то повозка. Но с этими, с лезвиями. Жаль, такого юнита нет. Наверное, движок игры не позволяет. Так, тебе там письмо? Нет. Тебе? Да. Все, давайте уходить отсюда. Возвращаемся в свой Изенгард. Вот, ну я начну с охотничьего лагеря. Там будет видно. Так, уровень у меня 4. Так, а можно деньги глянуть, пожалуйста? 231, да? Большой лук еще. Ладно, пока это не светит. Попробуем еще каких-то заданий поискать. Так, у Хушнака нету. В Изенгард съездим. Будет полезно. У Углока нет заданий. Маухура тоже нет. Это просто урок. Ладно, тогда поехали. Только давайте не будем заезжать в Фангорн, потому что это такое себе. О, дунландцы-изгнанники, кстати, если их догоню. 6.5, 6.1 должен догнать, но сейчас они меня приведут. Хотя вроде нормально. Давайте-ка за мной. Я думаю, просто в атаку пошлю и все, разберутся сами с ними. Зараза, блин, а? Да как же это бесит, голым бегать. Это реально раздражает. Так, ну уроки справляются. Молодцы. Так, и всего двое ранено, зато дунландцев мы получили. Ну и прокачали немножко. Так, пикинер Урукхай. Интересно. А с чем он ходит? Ну, наверное, с пикой, да, это логично. Смотреть бы, как это выглядит. Нифига себе, там разведывательный отряд. Так, ладно, мне тут кому-то письмо надо Сарману достать или Могу. У Мога поручений пока нет. О бойцах, пропавших самым загадочным образом. Дело о эльфийских мерзавцах, которые устраивают засады в гнилых чащах. Я не боюсь ни эльфов, ни духов. Оставьте это мне. Так, ладно. Исследуйте Фангорн. Черт возьми. Вот это такое себе, конечно. Но я попробую сделать. Надо будет еще нанять. Заданий есть, нету. И у этого нет.
Хорошо. Мне нужны еще орки. А почему здесь уруков нету? Ну ладно, давайте орков возьмем. Орк-мародер. Белой длани. Тут я прям запакуюсь. Достаточно очков снабжения. Да, в этом плане у меня все не очень хорошо. Так, подожди, в подземелье нам не надо. Давай с местным правителем поговорим. Нас провиантом. 5 порций еды. Держи. Ставлю себя без еды, но, в принципе, я думаю, сейчас в лагерь мы сгоняем и там купим. Дикие орки. Понятно, сделаем. Ну вот, собственно, первые уже отряды. Да они все здесь. Да идите просто уничтожьте их, а я тут отдохну. Да, волчьих всадников у меня уже немало. Но их будет еще больше. Все орки. Все возможные орки, скажем так, будут становиться всадниками. В принципе, они их там сейчас сотрут с лица земли. Было бы неплохо оглушать их и сдавать в рабство. Приручать, так сказать, диких орков. Это стрела. Не, подожди, это орочий дротик. То есть я тоже могу его бросать. Виктори! Да. Вон он, Изенгард, кстати. Интересно. Так, готовы к повышению. Ну давай. Так, а ну-ка, стойте-ка, хлопцы. 240 очков снабжения фракции Изенгард я потратил. Да. Уж эти зарплаты. А броню я когда куплю себе, а? Давите их просто. А, блин, не успел. Только одного убил. Как так? Да подожди, какой лагерь дунландцев? Я на диких орков нажал. Вообще без шансов. Капец, долго вы их убиваете. Еще один остался, и он убегает. Ну добейте, чего вы начали свои дротики кривые? О, урок все сделал. Хорош. Так, пикинер. Ну, крупный урок хаи. Зато неплохо войска качаются на этих отрядах бесполезных. Так, а ну-ка, подожди-ка. Поехали также, раздавили их быстренько. Ну это обычный урукхай. Где пикинёры, интересно? А, вот, нифига, реально пикинёр. Смотри. Здоровая пика. Прикольно. Так, у меня еще кто-то ранен был. Вот засранцы, а. Ладно, поехали. В охотничий лагерь сначала за едой.
Так, сейчас мы тут быстренько, да, а то уже начинает заканчиваться. Говядина, не говядина. Так, рукхай. Все. Значит, далее исследовать Фангорн. Я могу сейчас выйти вообще пустой оттуда, без войск. Но давайте рисковать. Все-таки я взял это задание. Лес кажется мирным. Странные пугающие звуки окружают вас. Неужели это разговаривают деревья? Воздух пронизан ощущением затаенного гнева и боли. Каков будет ваш приказ? Обыскать округу, сжечь пару деревьев. О! Так, подождите-ка, господа, не торопитесь. Это они? Да, это энты. Ладно, в атаку. Я не знаю, как их убивать. Сколько их? Двое? Вот так выглядят энты у нас. По сути, это... Нет-нет-нет-нет, не надо. Зараза, блин. Это тролли. Только это жестче, чем тролли. Но они, кайте, дротиками их закидывают. Плюс он лучники. Но этого недостаточно. Однако они оглушают. Я не видел, чтобы они убивали. Ну, не знаю, дротиками их, если конница закидает. Варги вон боятся. Как будто бы. Хотя, может, сейчас варги еще отдельно затащат. Блин, что творится вообще, а? Походу без шансов вообще. Хотя варги их давят, ты смотри. Какой-то урон они вносят. Но, блин, уроните хотя бы одного энта. Вообще без шансов. Господи, вы просто посмотрите на него. Так, и что? У меня все ранены. Подожди, ну так я не могу продолжать. Потому что, ну, воевать не могу тупо. Лес кажется мирным. Так, в этот раз вы обследуете темный густой лес, но не можете ничего найти. Однако вам все больше чудится, что за вами наблюдает. Вам грозит опасность. Ну, факт есть факт. Я не помню, сколько мне тут надо ходить и что мне здесь надо делать. Разузнать, что творится в лесу Фангорн, и вернуться с новостями. Вообще без понятия. Так, ну если я вперед, я не боюсь сорняков из старых сказок, то у меня начнут погибать воины. Поэтому мы будем... Ух, ё. Что это такое? Походу игра багнулась и меня считает энтом. Потому что мои воины оглушаются и типа мне зеленым отображает это в чате. То есть как будто бы мои это сделали. Что вообще, не отступить ничего. Так, в общем, я загрузился, потому что игра явно себя плохо начала чувствовать. Пробуем еще раз. Может быть тут устроить стоянку постоять. Так, вроде все нормально. Разведка Фангорна, провал. Так. Блин, ну почему ночью-то? Ничего не видно. Не, ну это даже не смешно. Ну как, ну как? Как в таких условиях вообще воевать? Что это такое?
Я не знаю. Ну вот вроде энд, да? Так, нафиг ваши ночные, блин, сражения. Вот, другое дело, почему нельзя было так? Блин, ну разработчики, конечно, мода немножко переборщили. Все, конечно, понимаю, но ни хрена же не видно. Так, стойте на месте пока. Блин, мне пика нужна. Вот здесь мне реально нужна пика. Как против троллей, вот то же самое против энтов. Двуручным мечом я им ничего не сделаю. Еще один энд появился на поле боя. Я рад. Йо. Да ты зараза, блин, разворачивается просто моментально. По-моему, без шансов вообще с этими энтами тут не разобраться. Но мне надо как-то убить. Смотри, у него все руки в крови. Офигеть. Еще варк ронять умудряется. Вообще без шансов. Даже повалить не получается одного. Но остается единственный вариант. Там у нас есть 40 дней, по-моему, на выполнение этого задания. Поделать другие задания пока, побегать. Набрать силы, армию. Ну и пику раздобыть надо бы желательно против этих тварей. Ну, кстати, неплохие энты, да? Для такой модификации, для игры, где не существует монстров. Однако есть еще одна более безумная модификация на Mount and Blade, которую позже мы затронем. Вот, она не по Властелину колец, но она тоже фэнтезийная, скажем так. И тоже круто сделана, короче. Вот, многим молдам канала, скажем так, я думаю, зайдет. И вообще, в принципе, тем, кто играет с давних времен в игры. Так, валим отсюда. А, ну конечно, разведчики тут еще по наводке, да? Прибежали, пока у меня оглушены все. Ну, замечательно. 13 из 37. На секундочку. Ой, а что такое? Нету, да? Пропал. Блин, никто не умер, конечно, но... Так, ладно. Еда пока есть. Брони нету. Сколько у меня там человек? Ой, не человек, а бойцов. 18 из 37, это мало. А дайте мне тролля, может быть, а? Так, одиночная схватка один. Ладно, это легко, в принципе. Арена у них тут. Получили два опыта. Ясно. Так бы сразу и сказали. До свидания. Так, отдыхаем, отдыхаем, отдыхаем. 19 выздоровела. Блин, я даже не знаю. Но Фангорн мы пока не идем, нету в этом смысла никакого абсолютно. Как я уже продемонстрировал. Ой, а что такое? А чего это мы бежим? Так, ну тут наши расстреляют их. У нас лучников тут достаточно. Следопытов Урукхай. У них стрелы даже близко летят довольно-таки. В отличие от орочих лучников, которые просто в ту сторону стреляют, где враг. По факту толку нет.
Так, мясо, чтобы не убежало сразу. Да? Хотя бы конины поесть. Спасибо за помощь. Вот этих мы забираем. Так, куски металла. Не еда, конечно, но... Оп, стоять. Стоять, говорю. Раздавить-ка их. Мне еще надо бы деньги на лук нарыть. Бедолаги. Это забавно, что у варгов еще эти дротики есть метательные. Это, видимо, из-за того, что нет варгов-лучников, наверное. Поэтому сделали как бы вот так, дали им дротики. Пусть будут универсальные. Так, отлично. Апнули уровень еще. Давайте-ка я пленников. 150, 104. Нормально. Боевой тролль. Так, 24 дунландские войны. Это я сделаю. Так, 970 у меня есть, да? Вот, простая урукхайская тяжелая броня. Стоит, блин, как дом. Хрен ты ее купишь. Да, даже на шлем не хватает. Может, пику реально взять? Но она 877 стоит. Взять пику чисто против энтов. Так, харизму, ладно, лидерство можно еще немножко. Мне все-таки пригодятся бойцы. Следопыт Рукхай, орк Снага, новорожденный Рукхай. Может, какие-то еще задания будут? Ага. Так, вот это мы сделаем. Задание. Я уже делал подобное. Отправил воинов на разведку. Нет, давай-ка ты сам отправишь своих воинов. У меня и так все не очень хорошо в этом ключе. Так, подожди-ка. Убегут эти засранцы. Кстати, надо бы апнуть. Свирепый орк Изенгарда. Крупный следопыт Рукхай. Крутой уже. Получается. Первый крутой урок. Так, ну и где мне этих крестьян искать? Рабов. Куда они убежали? Оу. Управляются в Кириндолин. А. Ну, в принципе, да, в эту сторону, значит, все правильно. Ну, нуланцы, кстати. Ну, наверное, их не догоню уже и завалю это задание, да и хрен с ним. Еще рубище есть. Мне главное, чтобы энтов можно было разить. Это самое главное. Ну-ка, уничтожьте-ка их. Что они наглые какие-то. Дротики в меня кидают. Да блин, что ж такое-то, а? Двоих только попадаю. Ну что там? Добивайте уже.
Блин, мне нравится через уроков воевать. Они реально сильные. Хорошо живут. Так, металлы-то мы возьмем. Надо задание ловить на металл. Будет вообще замечательно. Так, пару таких. Пару следопытов. Свирепый орк Изенгарда еще один. Какой-то невероятно сильный. Убежали, короче, эти рабы, ну и хрен с ними. Так, подождите-ка, может тут еще какие-то задания есть? Так, в Изенгард мы сгоняем. Так, деревню мы разграбим. Это очень хорошее и простое задание. Тем более с моими-то бойцами. Только вот где это... А, вижу. Ну, поехали, заедем в деревню и потом в Изенгард. Но надо бы, да, на задание на металл поймать. Будет вообще замечательно тогда. Да и хрен с ними. Разграбить, конечно же. Давайте-ка вперед, короче. Лови, скотина. Как тебе такое? Тут, конечно, тоже... Тут роханцы. Полноценные, нормальные. И потери есть. Ты чё, блин... Скотина, а? Зарубил моего следопыта. Сожгите нахрен эту деревню вообще, чтобы ее больше не было здесь. Так, еще есть желающие? Походу остались еще. Ну давай еще слейся этому крестьянину с палкой. Все? Там варги своих давят. Бывает. Так, у меня двое погибло. Да, это немножко прискорбно, но куда деваться. Вести мне заметил мой отряд. Я рад за них, но они ничего не способны сделать в этой ситуации. Так, Уркхай Изенгарда. Блин, очков снабжения у меня нет. О, кстати, ну придется, наверное, продать. Хотя, не будем торопиться. Но человечина есть. Хотя бы это уже приятно. Да, ухудшилось отношение. Ты сам виноват, нефиг мне такие задания давать. Так, с этими сентами мы еще разберемся, я думаю. Врата морей? Не-не-не-не-не, туда я не поеду. А со вратами морей будешь сам. Так, ну в принципе поехали в охотничий лагерь, надо сдать задание с деревней. Опа, нифига себе, зашли в Фангорн. И, конечно же, их там энты, ну, не тронут. А если я туда зайду, то я потеряю все. Дунландский лагерь, давай. Отлично. Поручений нет. Маухур. Маухура тоже нету поручений. Крупный Уркхай Изенгарда. Беру. Убедили. Ну и следопыта можно взять. Так, дунландские воины в боях убить. Послание для Дайглафа Черного Вождя. Обследовать Фангорн. В принципе, да.
Кто там бегает? Не успел заметить. Ладно, погнали. Послание я отдам. Тебе. Так, и меня повысили. Теперь я древожог. Но чем я буду жечь древо? Да-да-да. Толку мне с этого нового титула? А ну-ка, иди-ка сюда. Блин, ну почему ночью? Ну, платит все равно мне мало. Это очень мало платит. Надо подкачать немножко пику. Возможно, я ее и оставлю. То есть пика, двуручий лук будет. С одним колчаном стрел. Думаю, этого достаточно. Где они там? Я не вижу ничего, блин, в этих ночных схватках. Хоть бы кто факел достал. Вслепую заколол, видели? Ну как-то колю, как-то колю. Забавно, да? Где там еще, блин? Фига себе местность. На нафиг. Кто еще хочет? Все? Сколько я потерял бойцов? 6. Вау. Ради 4 пленников. Дорого мне это задание обходится. А человечины можно добыть с них? Там еще дубина лежала, надо было ее взять. Ну ладно. Так, свирепый орк-мародер. Вау. Крутой типа. Бойцовский воин Урукхай. Непобедимый бойцовский воин Урукхай. Звучит, да? Звучит прям солидно довольно-таки. Так, а ну-ка подожди-ка. Нет, наверное, сначала пополнюсь и продам тех, что есть. Дунланцев. Так, крупного Урукхая я забираю. Следопыта забираю, Урукхая обычного забираю. Блин, дайте уроков мне больше. Но всадники тоже подойдут, в принципе, они норм. Я, конечно, не знаю, сколько они там дамажат по тем же энтам, например, но... Там как бы отдельно гоблин и еще потом сам варк. Поэтому это двойной урон выходит в теории. Двойная польза, плюс они избивать их могут. Где эти дунланцы, которые тут бегали, а? Вот вы и попались. Так, давайте-ка постоим просто и постреляем, да? У нас уже много этих лучников, метателей. Хотя у них там щиты. Давайте, урукхайчики, не подведите. Расстреляйте их. Но они попадают, как бы, да. Они попадают. Как тебе такое, а, скотина? Кстати, на открытой карте как-то проще, да, вышло. Там в лесах жесть какая-то творилась. Все застревали. Всего один убитый. Так, ну кусок металла. Ладно, деревянные дубины я тоже заберу. Они, блин, очень такие неприметные. Разработчику следовало бы учесть цветовую гамму инвентаря.
Так, ну ты будешь следопытом, наверное. Учись стрелять с лука. Так, а я могу сдать уже? Нет, я не могу еще сдать. Я вот очень реально надеюсь, что дадут задание. Дадут задание на металл. Так, давай вот этого возьмем. И свирепого орка-мародера можно. Хотя они такие себе. Так, ну здесь я уже подожду до дня, наверное, не буду в ночную схватку опять лезть. Ну давай, светай уже. Опять же, сначала в них постреляем. Потом всадники налетят и уничтожат спокойно. Враги дрогнули уже, что ли? Блин, я тоже хочу пострелять, но у меня денег даже на броню нет. Не то, что на лук. Хотя, наверное, лук сначала будет. Давайте-ка вперед, короче. О! Изенгардский всадник убил. Чисто дротиком. Скотина, с своими щитами. Хотя им щит не нужен, чтобы от колющего удара защититься. Все равно неприятно. Четверо убито. Много. Оу, еще никаких этих призов. Никакого лутецкого. Так, ну давай пополняться. Новорожденный Рукхай, кстати, вот. Только я пришел, уже Рукхай тут есть. Тухлая говядина. Плюс 7 к боевому духу отряда. Интересно. То есть вообще плевать на еду. В принципе, как и должно быть. Червивый хлеб едят уроки, что им тухлое мясо. Прикольно, что разработчики этот момент хотя бы продумали. Так, ну давай пикинера. Бойцовый воин Рукхай. У меня же был один. Походу его убили. Несправедливо. Давайте-ка где-то вот здесь, наверное. Нет, отставить. Смотри, метают, а? Стреляйте, стреляйте в них. О! Че ко мне прижимаешься, урод, а? Да иди ж ты нафиг. Скотина, блин, в шапочке в своей, а? Ты посмотри, как он меня порезал. Ладно. Так, у меня уже 5 кусков высококачественного. Блин, вот реально задание нужно просто. И все. О, бойцовый следопыт, кстати. Но этот выжил хотя бы. Ладно, нормально, наверное. Эх, дешевые эти дунланцы, мне бы роханцев поймать. Блин, когда уже я это задание выполню?
Тут еще надо убивать и убивать этих донландцев. В принципе, можно пойти. Нифига себе, отреспавнился. Можно будет пойти еще в Фангорн сходить, попробовать. Да, но строем тут никаким не пахнет. Они просто как зря все. Что с ногами Урука? Почему в разные стороны у него ноги? Ему так удобно стоять? Ладно. О, бегут уже. Надо, короче, убивать их. Пока они все не сбежали. Тварь, блин. Да сколько раз я на этот байт подаюсь щитом? О, наконец-то. Мне нужно оружие, которое пробивает просто щиты и плюет на него. Два убита, один раненый. Так, ну по крайней мере сделано. Наконец-то. Дайте на металл. На металл задание. Блин, уроков нет. Давай всадников. У меня их уже слишком много, по сути. Пусть будет. Еще плюс уровень. Так, это мы сделаем. С гоблинами разберемся. Ну и тут, в принципе, подкачаемся. Вообще, уруком я как-то довольно долго это все делаю. Раскачиваюсь. Так, донландский лагерь. Да заедем, не вопрос. Подожди-ка. Поручений никаких нет. Ну, тогда ты мне не нужен. Там еще можно донландцев нанять. Так, подожди, кому там надо? Вульфу? Да. Так, у меня задание покончить со зловредными гоблинами. Разгуливают ночью по улицам и нападают на прохожих. Ночью. Ключевое слово. Но это, по-моему, в самом Изенгарде, да, вроде как делается. Я могу ошибаться. Если я, допустим, выйду в город... Да. Так он банды гоблинов. Фига ты, блин. Ну, давай. Еще желающие. Блин, прям в Изенгарде такое происходит, ты прикидываешь? А банда гоблинов, которая грабит местных. Кого? А тут я либо справлюсь, либо облажаюсь. Одно из двух. Блин, где все остальные? Или что мне, по всему Изенгарду теперь бегать, искать их? Они ведь могут даже где-то застрять, наверное. Блин, вот хрен знает. Так, это чучело вроде стоят. Блин, я не знаю даже. Сейчас нельзя уйти. Значит, придется разбираться.
Не, ну я вообще без понятия, где они. Блин, это самое странное задание вообще. Просто Изенгард сам по себе еще большой. Так, ну здесь вроде никого нет. Черт возьми. Если я спрыгну, я погибну. Скорее всего, задание провалится. Не, ну я не знаю. А, понятно. Еще спрыгнуть не получится. Вообще ничего не выйдет. Ну и что, и где эти гоблины? Это, конечно, замечательно, что есть такие задания, что их сделали, но как бы, блин, они не продуманы, от слова совсем. Да тут нет никого. Там у нас от входа еще поворот налево был, но возвращаться аж туда... Если бы у меня атлетика еще была раскачана нормально. Давай, шевели ногами. Вот же, блин, а. Короче, я специально спрыгнул в яму. Потому что я не могу это здание сделать. Вы упали. Разбойники быстро обчистили вас и исчезли в ночи. Ах ты, скотина, блин, а. Минус 99. Я не знаю, это задание нереально выполнить. Не вижу никаких возможностей. Я, блин, потратил столько времени, оббежал этот Изенгард. И ничего. Подожди, что? А. Это типа это. Смотрите, какое жалование у тролля. 860. Это только один тролль. Малогрупполучники. Бывает. Так, ладно, что у нас еще по заданиям есть? В принципе, блин, но Фангорн реально сгонять еще разочек попробовать с пикой. Так, чисто рискнуть. Давайте поможем. Обстреляйте их. Враги дрогнули. Не, надо в атаку идти. Сейчас смоются. Так. Вроде пойдет. Давайте, давайте последнего. Все, хана ему. Еще без шансов. Лошадь бедную дротиками закидали. Спасибо за помощь. Не за что. Спасибо за денежку. Так. Подожди, подожди, подожди. 150, 266. И купила зарплаты, кстати. Крупный орк Изенгарда. Крупный следопыт. Всадник белой длани. Есть тут какие-то задания? Ничего нет. А, ну вот в Изенгард. Это мы сделаем. Ладно, поехали в Фангорн.
Попробуем быстренько тут приключения найти. Только вот на ночное время я бы выходил. Вошли в Фангорн. Я вышел из Фангорна. Так. Попробуем вот так теперь. Один энд, да? Закидывайте его, блин. Он урод тот еще. Смотри, он даже не останавливается. Ему вообще плевать. Как будто у него там, не знаю, броня. Вероятно, так и есть. Не, друг. Во-во-во-во, он бешеный. Как тебя бить-то, а? Я ничего не могу ему сделать. Отстань от меня. Смотри, вообще ничего ему не сделать. Ну там сколько-то наносится урона. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Это экшен, блин. Дядя, давай не надо. Возьми дротик. Лови. В голову ноль урона, понял? Вообще без шансов. Где он? Ну как его убить, блин, а? Ну как? Ну просто, ну как? Сколько у него хп, блин? Пика-то наносит урон, но... довольно слабо. Зараза, блин. Вот и все. Что с ним дальше делать? Это один энд, да? Это один энд. Без троллей, наверное, никак. Ну, я просто не знаю, как. Как еще? Может быть, в поле где-то я бы его одолел. Но здесь полно деревьев. У меня не могут нормально ни лучники, никто стрелять. И у меня нету крутых лучников. Оркхайв, которые могли бы надавать. Он просто дал по шее орку. И празднует победу. Ему вообще плевать на все. Валим нафиг. Да. Как бы я никого не потерял, но отхватил. В принципе, червивый хлеб, я думаю, это лучшее, на что могут мои воины рассчитывать. Потому что они облажались сегодня. Так, Гронк людоед, в принципе. Насчет Фангорна я не знаю. Я знаю только то, что надо убить. Надо победить в этом бою, справиться с энтами. Только тогда можно будет пойти и сдать Саруману задание. А отхватить, ну типа, такой вариант не прокатит. Можно даже попробовать сдать. Так, отправил воинов на разведку. Ладно, давай отправлю. Я не смогу сделать сорян. То есть энты мне сейчас не по силам.
вообще никак. Так, куда там надо отправить дозорный отряд? Истфолд. Истфолд у нас... Ёлки-палки, он у черта на куличках. Ладно. Погнали. Да, по официальным дорогам Рохана, почему бы и нет? Мы же бесстрашные, да? С караваном я не справлюсь. Вот, но и на отряд тоже нельзя напарываться, иначе... Да ты задолбал своими гоблинами. Так, крупный урок Хайзингарда. Нифига себе, блин. Ну это расточительство, блин. Отдайте, верните мне моих воинов. Ради задания, блин. Ну куда деваться. Так, тихо. Вот давайте вот без этого. Тут я помогу. Сразу пойдем, просто уничтожим их. Конюхов этих. Эх, слабо вообще задел. Кончиком еле-еле. Давайте, бейте, бейте их. Смотри, убегает скотина. Лошадка. Должна упасть. Да стой! Ну хотя бы коня. Спасибо за помощь. А ко мне не хотите присоединиться? У меня как раз вакансии. Ух, ё, открылись. У меня еды мало. Вот нету задания на металл. Когда у тебя есть металл, тебе не дают этих заданий. Но когда у тебя нету, оно встречается довольно часто. Ладно, погнали. Так, привел пленных. Держи, держи. Неплохо так по деньгам на пленниках. Ну, как я уже и раньше это говорил. Так, можно, наверное, даже что-то... Шлем полководца. Не, ну пока нет. Пока что никаких шлемов. Алебарда. Давайте-ка вот так сделаем. Я просто хочу. Изенгардский большой лук 1500. Но тут уже не хватает. А, плюс мне надо пополниться. В принципе, ладно, какая-то такая вот у нас серия вышла. Охота на энтов. Вполне себе неудачная, но что поделать. Подожди, а кому надо сдать? А, Мок Семипалы давал. Вальдбург мы съездим. Там меня, в принципе, не тронут, я думаю, с моей-то армией. Врата моря, и сам туда поедешь. Тебе надо, ты едь. Ты тоже в пещеру троллей. В общем, ладно, на этом мы закончим. Продолжим тогда уже в следующей серии. Поэтому я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. До встречи.